Так, ну все, в общем, я поменял транзистора, поставил более мощные. И теперь будем смотреть, какая разница. Значит, посмотрим по индикатору поля. Ток я не мерил, но, в общем, по индикатору уже вижу, что разница есть, причем большая. Если, значит, раньше пятерочка была у нас, пятерка. Так, и так. Вот у нас без усилителя. И вот у нас с усилителем. То есть в тот раз было 5, сейчас 3. Ну, то есть очень существенный прирост, скажем так. На. Мощность растет заметно. В общем, советую такие транзисторы использовать КЛ-203.